Право погасить марку первой получила Дарья Кайдановская, старшая дочь актера. По ее мнению, главной страстью отца была режиссерская работа. Начал снимать кино, и вот это было вот прямо его. То, что он хотел всегда что-то сказать людям полностью, не в рамках какой-то определенной роли, а именно что-то свое дать миру. Вот. Ну, к сожалению, он не очень успел много сделать, но даже то, что он успел, это, ну, великие вещи, это великие фильмы. Александр Кайдановский поставил 6 фильмов, но начал карьеру как актер. На больших экранах сыграл почти полсотни ролей. Кадры из кинокартин запечатлены на юбилейных открытках и конвертах, которые разлетятся по всему миру. Мы выпустили конверт, маркированный конверт, в сюжете которого изображен кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Данный фильм был создан в 1974 году и являлся отправной точкой Александра Леонидовича в большом кинопути. Тираж памятных конвертов – 250 тысяч. Их гасили эксклюзивным штемпелем, что увеличит ценность для коллекционеров почтовой продукции. К торжеству приурочили спецпоказ картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», после которого зрители могли получить по экземпляру маркированного конверта. Алена Бадр, Сергей Крикоров, Александр Кучиц, Дон-24, Ростов-на-Дону.